Разминка окончена. Матч между командами «Монарх» и «Профсоюз футбольщиков» чемпионата весна 2014 дивизиона «Хрусталь» объявляется открытым. Ворота команды «Профсоюз разработчиков» защищает Максим Бондарь, номер 45. Ворота команды «Монарх» защищает Илья Герштейн, номер 33. Thank you.
передачи Ильи Романова, номер 81, Дмитрия Зотова, номер 95, шайбу забросил Александр Попов, номер 68. Thank you.
безопасный группы, с какой-то группы. А он штраф, войди в алфон, как раз Гарп Алексей, номер 62.
передачи Дмитрия Зотова номер 95, Ваганова Вадима номер 37. Шайбу забросил Александр Зотов номер 13. Команда профсоюзных разработчиков выполняет в полном составе. Правильно атаку соперника. Мало штрафа наказан. Олег Крюпкин, номер 11. Команда профсоюзных. Thank you.
Команда профсоюзных заводчиков играет в полном составе. Thank you.
передача Вячеслава Украинцева номер 33. Шайбу забросил Мисников Дмитрий, номер 19. Thank you.
Мало штрафов за грубость на газ Дмитрий Зотов, номер 95, команда «Монарх». За грубость мало штрафов на газ Андрей Шалбанов, номер 70, команда «Профсоюзский заборщик». За грубость мало штрафов на газ Олег Рыбко, номер 11, команда «Профсоюзский заборщик». Десятиминутный перерыв для заливки льда.
Команда профсоюз газобойщиков играет в полном составе.
задержку соперника кружкой. Мало штрафа наказано, Дуги Мочалов, 86. Команда Монако. Команда «Монархи» играет в полном составе. Шайбу забросил Валерий Зотов, номер 17. Thank you.
Шайбу забросил Сергей Леширович, номер 66. Thank you.
Шайбу забросил Александр Зотов, номер 13. Thank you.
Последние минуты второго периода. Передача Максима Бондаря, номер 45. Шайбу забросил Дмитрий Мистик, номер 19. Перерыв 2 минуты. Thank you.
передача Владислава Дмитрова номер 17, украинца Вячеслава номер 33, шайбу забросил Дмитрий Мистиков номер 12. За атаку соперника, не владеющего шайбами, малым штрафом наказан Александр Зотов, номер 13, команда «Монархи». Команда «Монархи» играет в полном составе. Thank you.
За грубость малым штрафом наказан Олег Рыбкин, номер 11, команда профсоюзского забойщика. За атаку соперника, не владеющего шайбой, малым штрафом наказан Дмитрий Зотов, номер 95, команда «Монарх». Команда играет в полном составе. С передачи Валерия Зотова, номер 17. Шайбу забросил Александр Зотов, номер 13.
Thank you.
передачи Вадима Ваганова, 37, Юрьев, Мочалов, 86. Шайба бросил Александр Попов, номер 68. Опасный, скорбный, 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 скорбный